чтобы если надо раму, в общем, снимать. Рама идет от чехла, профиль опускается, опускается, вот. Здесь преобразователь. Сюда сзади опускаем. Опускаем. Косынки и увары с одной и с второй стороны. Осроги эти стояли. На рогах такая же штука. Поднимали вручную, вот как было. Блочки сделаны. Вот сам крепится трос. Раз, два, и там третий. Вот он просто не падал. Варили вот такую часть сделали. Делали мы ее из уголков вот, на 7,5. Ну где-то раздвигаем, оно становится шире. Плуг очень широко берет, когда мы еще что-нибудь. Мы постоянно делали, как приделали мы электроцилиндры. Делали прорость, чтобы навес классно, так сказать. Ставьте лайки. Я хочу еще немножко показать. Вот так, мы сделали. Подниму электроцилиндр, все это дело за. Так вот, как у нас крепится рама в начале. Рама крепится у нас, вот сам мост мотоблока МТЗ, вот идет колеса. Рама вот крепится. Два профиля прикручены на бубышки, вот, к раме. К этим бубышкам также приварена пластина 5 мм. Снизу пробуравлены болты. И там вставлен палец, вот он. Сзади заштопорено. С этой также стороны. Вот сам профиль. Здесь сделано, да, на болту, чтобы если надо раму, в общем, снимать, не откручивать эти бубышки. Вот сам болт. Две пластины уварено. И вот она вставляется. Вот мы закручивали, законтрагаили. Вот это вот первое, где крепится, второе метка. И третье, сейчас будет видно отсюда или нет, покажу. Вот стоит болт. Вот он стоит. Сейчас с другой стороны зайду и покажу, как он стоит там. Зайду с этой стороны. Вот пластина сама крепится к самому мотору. Вот она пошла туда. Там стоит этот болт. Сейчас покажу с другой стороны. Со всех сторон показываю. Вот он идет. Вот рама идет. Сама. Рама идет от седла. Так, как показать лучше. Рама идет от седла, профиль опускается, вот он. За этим профилем приварен болт к самой стойке, к профилю. И туда, там уварена пластина. Сейчас вам ближе покажу. Так, здесь генератор. Ну вот он сам. Вот он сам. Сейчас пальцем, вот он сам идет. Здесь контрагаем, здесь уварена вот пластина. Насквозь дырка и контрагаем гайками. Вот, надеюсь, видно. Крепится рама в трех местах. Все держится отлично. Так, ну по поводу навески. Вот как выглядит у нас навеска подробнее. Вот. Давайте ее ниже опустим. Включу я вначале. Я уже включил. Вот она у нас включается, навеска. Здесь преобразователь напряжения. Поскольку гидроцилиндрик у нас. Вот он. На 24 вольта. А само оборудование на мотоблоке 12 вольт. Вот. Я здесь включил. Опускаем. Сюда мы поднимаем. Сюда сзади опускаем. Опускаем. Все опустилось. Вот. Все это дело опустилось. Ну что, дам размеры. Вот у нас там от рамы сюда 32 сантиметра. В одной стороне 32 во второй. Так. Сама рама. Сейчас одному неудобно. Рулетку смотаю.
на 40. Смотаем. Ну так, вот такой плоскости получается 39,5. Так, варили сюда профиль, сама навеска косынкой уварена с одной и со второй стороны. Вот. Так, также уварен у нас профиль. Сейчас профиль на размеры. Опа. Сам профиль 4 на 5 на 6. Вот 4 на 6. Варили вот такие вот штуки. А эти штуки откуда взяли? Поскольку у нас был рогатый мотоблок. Вот. Ну, давайте с другой стороны зайду. Вот у нас роги эти стояли. На рогах такая же штука. Мы эти роги спилили. Взяли эти вот. Как их называть? Шлицы эти. И уварили на навеску. Вот. Также идет заводском. Вот, варили мы ее. Все это дело пробуравили болтом. Скрепляем как надо, нам мы поворачиваем туда-сюда ее. Вот. Также у нас сразу не стоял гидроцилиндр. Поднимали вручную. Вот как у нас сделано по типу лебедки. Вот мы крутим. Колесо круг вращается. Трос тянется. Так поднимается. Вот сделан. Блочки сделаны из роликов. Вот. К раме крепится вот сам трос. Вот сам крепится трос. Сейчас поближе. Вот он, к раме крепится. Здесь еще один. Темно, не видно. Здесь еще один. Вот стоит ролик. Роликов три. Раз, два, и там третий. Вот он выходит, трос сам. Идет сюда, запилили. И на это колесо. Чтобы с колеса трос не падал, варили вот такой тройничок из трубок. И трос, получается, держится. Не выпадает из колеса, как опускаешь. На расслабоне, когда трос висит, он не выпадает. Но сейчас мы им не пользуемся, ну и не снимали его. На случай, вдруг все-таки электрика или с электрика, вдруг откажет цилиндр сам. Будем поднимать вручную. Ничего не поделаешь. Вот. Так. Так вот эту часть сделали. Делали мы ее из уголков. Так. Уголки брали из заводского всех трактора размера. 7,5 уголок на 7,5. Ну где-то восьмерка может, 8 на 8. Там мы ее, два уголка, вот и вот. Мы ее разрезали и уменьшали его. Делали все по заводскому. У нас уже тут немножко разогнулось. Получается семерка. Вот, вот это вот. Площадь семерка. Сделали три дырки. Также, смотря от того, что мы цепляем, например, плуг сюда, ну это сейчас колеса сужены, вот перевернуты барабаны, и сузили мы их, чтобы гонять картошку. Вот сужены сейчас стоят на 60. Вот. Как колеса получается, мы их раздвигаем, оно становится шире, плуг очень широко берет, тогда мы вот на эту дырку цепляем, либо на эту, смотрим, сколько нам надо захвата, и все. Смотря что мы цепляем, косилку или еще что-нибудь, мы постоянно смотрим дырки. Ну, косилка у нас крепится немного по-другому. Вот такая вот навеска у нас. Также сделали, как приделали мы электроцилиндрик. Вот. Варили вон туда. Сейчас не знаю, видно. Вот, видно. Варили вот уши, чтобы подвесить сам цилиндр. Вот мотор сам, вот он снизу на цилиндре. Тут редуктор. Там он зажимается, чтобы не проскакивал. Если он вытянут полностью, трещотка срабатывает в нем. Затянут полностью, трещотка. Там мы и затянули полностью. И поднимает все. Щетка сама не срабатывает.
варили вот такой профиль. Для чего мы сделали прорезь? Чтобы навеска гуляла. Вот. Навеска сама гуляла. Если плуг, это обязательно, чтобы она не стояла мертва. Таким макаром мы сделали плавающее положение. Вот. Получилось все достаточно классно, так сказать. Ставьте лайки, кому понравилось это видео. Также подписывайтесь на мой канал. На этом, друзья, все. Ждите новых видео. Кому что непонятно и что хотите, чтобы я еще заснял, пишите, обязательно засниму. Может, не сразу, но засниму. Также в концовке хочу еще немножко показать. Вот мы сделали, если при перевозке, вот сделали, мы ее блокируем, саму навеску, штопорим, так сказать. Вот, ставим сюда. Вот, берем штопор. Сейчас руки немного поменяю. Вот, берем. Так, одной рукой неудобно, но ничего. Вот сюда вставляем. Сейчас. Один. Вот, вставил. Так, вот такая вот штучка у нас. Опа, заворачиваем. Она защелкивается. Сейчас, минуточку. Вот. Берем. Сюда вставляем. Сейчас руки поменяю. Неудобно одной рукой. Так. Ну, сейчас колеса сузили, так неудобно подлазить. Но ничего, вот. Ставил. Вот, ставил. Сейчас нажимаем. Она, опа, защелкнулась. Чего навеска у нас. Вот. Также сейчас подниму электроцилиндр. Все это дело зажмет. Подхожу, нажимаю кнопку. Все. Зажало все это дело. Вот. Все стоит сейчас мертво. Вот, смотрите. Все стоит мертво. Как-то так. И не забываем, включаем саму навеску. В дальнейшем мы переделаем. Потом покажу как. Спасибо за просмотр. На этом, друзья, все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Спасибо за просмотр.